Приготовьте на обед дикое мясо с картошкой в духовке. Так как подготовку мяса нужно сделать заранее, активного времени на приготовление блюда нужно совсем немного. В маринад дополнительно можете добавить пару зубчиков чеснока, рубленного не очень крупно. Мясо нарезайте небольшими кусками, чтобы оно хорошо запеклось в духовке до готовности. Рассказываю, как приготовить лосятину с картошкой в духовке. Лосятина 600-700 грамм. Картофель 7-8 штук, среднего размера. Майонез 2-3 столовые ложек. Горчица 0,5 чайных ложки. Лук репчатый 1 штука. Соль по вкусу. Перец свежемолотый по вкусу. Масло растительное 1-2 столовые ложек для смазывания формы. Количество порций 5-6. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Лосятину до приготовления рекомендуется вымочить 10-12 часов в воде или же замариновать. В данном рецепте предлагаю замариновать мясо, чтобы получить богатый вкус и аромат. Нарежьте мясо кусочками, добавьте горчицу, нарезанный полукольцами лук. Лосятину до приготовления рекомендуется вымочить 10-12 часов в воде или же замариновать. В данном рецепте предлагаю замариновать мясо, чтобы получить богатый вкус и аромат. Нарежьте мясо кусочками, добавьте горчицу, нарезанный полукольцами лук. Непосредственно перед приготовлением блюда нарежьте картофель пластинами и выложите в смазанную маслом форму. Посолите по вкусу. Смажьте с помощью кулинарной кисти второй половиной майонеза. Сверху выложите маринованное мясо. Накройте форму фольгой и запекайте при температуре 190 градусов 45-50 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10-15 минут. Блюдо готово. Подавайте, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!